Телекомпания НТВ приглашает вас на Лигу чемпионов. Только что киевская «Динамо» на первых буквально минутах матча с «Манчестер Юнайтед» проводит опасную атаку, но голкипер «Манчестер Юнайтед» Раймонд Ван дер Гоуф четко играет на выход. Хоть бы назначил штрафной, но нет, мяч у киевлян, и спокойно они отдают его назад Александру Шавковскому. Ну, можете убедиться сами, что я вас не обманул. Действительно, вся команда киевская сегодня пострижена. Ну, вот, может быть... Это ритуальное действие в какой-то степени противопоставляет мощь Манчестер Юнайтед вот нынешнему состоянию киевского «Динамо». Конечно, при всем уважении к этому клубу, сегодня, и особенно по состоянию, в котором находятся обе команды, фаворит этой встречи Манчестер Юнайтед. 6-0, 5-1, 3-0, 3-1. Вот такие результаты показывает на старте сезона Манчестер. И Энди Коул Двайт Йорк, по-моему, бил поворотом в окружении двух защитников киевского «Динамо». Тринидадец неплохо вышел на ударную позицию. Были в шоке от того приема феноменального, который устроили киевские болельщики лидерам Манчестер Юнайтед. Очень хороший пас Бекхэм, и вот это было опасно с линии штрафной. Чуточку не доработал опорный хав киевского «Динамо», позволив Бекхэму пробить. И опять дали принять мяч Бекхэму, и тот и с левой прикладывается, очень опасно. Но в данном случае повезло, что мяч попал в бок. Кому такими действиями Манчестер ставит в тупик оборону любого соперника. Несмачный на левом фланге. Каладзе тут же занимает его место. Страхует неопытного защитника, который обрезал всю команду в середине поля. Йорк тащит мяч. Коул, ну, пожадничал, пожалуй, Дуайт Йорк. Но ему нужно сегодня себя проявить. Поэтому, в общем, неудивительно, что он несколько чересчур индивидуально сыграл в этой игровой ситуации. Хотя, в общем-то, напрашивался пас налево на Энди Коула. Но Энди Коул уже в этом сезоне... забил более чем достаточно. Но хочется и Дуайту Йорку тоже всем напомнить, что не мы Фергюсон, когда выяснилось, что Манчестер покупает Бортеза, Боснич, который уже... Вот опасный момент, Шавских. Чуть более ответственно, наверное, стоило Максиму Шавских подойти к исполнению удара в этом эпизоде, поскольку вот по такой игре не скажешь, что уж масса возможностей будет у киевского «Динамо» непосредственно угрожать воротам Ван дер Гоуфа. Здесь можно было почетче сыграть, тем более, что подарили фактически мяч. Сейчас Шацких не приходится, потому что мяч застревает на кочках, и тут особенно не разбежишься, к тому же скользко. Много ошибок и с той, и с другой стороны. Белькевич. Получает пас Белькевич и входит в штрафную площадь. Шацких поднимает руку, но пас был такой теоретический прострел в расчете на то, что Гусин сумеет там сыграть на опережение, подставить ногу. Но, видимо, Гусин сам не просчитал вот эти действия Валентина Белькевича. Но вот бросалось в глаза, что чуточку выпадает Белькевич. Хотя нет, вы знаете, это из-под ноги защитника. Белькевич прицельно, в общем-то, бил в угол. Хитро так сыграл белорусский полузащитник в этой ситуации. Так что Ван дер Гоуф, можно сказать, выручил впервые в этом матче свою команду. Это подарок. Мяч уходит за пределы поля. Вот стоило Белькевичу взять игру. В середину поля приходится играть. Вот так выталкивают, выжимают от своей штрафной площади манчестерцы киевлян. Дмитрулин долго думал, навешивать или нет. И сделал неплохой пас. Тащит мяч Хацкевич в штрафную площадь. И молодец Хацкевич, что не стал падать и выпрашивать ненужный совершенно пенальти. Так могло получиться... очень остро вот после этого прострела, но на ближнюю штангу Шацких, а это его работа, выйти не успел и замкнуть прострел Хацкевича после очень неплохого прохода. Киевляне сейчас его перехватили, но тут же прессингует Манчестер, втроем накрывает на фланге игрока киевской команды, владеющего мячом. Каладзе просит мяч слева. Его или не видит Хацкевич, или не рискует поднимать мяч с такого тяжелого газона. На коротке играет Бельцкевич. Здорово. И вот сейчас опасный момент. В перекладину выстреливает Шацких. Ну, наконец, получилась атака у киевского «Динамо». Чуточку. Или это Гусин бил? Ну, показывает титр Шацких, поскольку я обращал ваше внимание на то, что вся команда киевского «Динамо», в том числе, как выяснилось, и запасные, постриглись как один налысо, волос на голове не существует у киевских футболистов. Все-таки, по-моему, Шацких был, собственно, с чего бы здесь Гусину оказаться на месте канала НТВ, который видит Манчестер, ну, такие команды, как Манчестер, Барселона, Реал, несколько раз в году всего лишь, навсего, не имея специальных тарелок,
и не имею возможности смотреть НТВ+, то, конечно, по такому матчу впечатление о Манчестере составить очень-очень сложно. Отнюдь не является ключевой эта встреча для команды Фергюсона. Очень плохо играет все тот же Шацких, по-моему, снова был он на мяче первым. Ну, так сказать, кураж, безусловно, поймал Максим после вот такого сочного удара и решил исполнить вот достаточно сложный удар. И здесь головой подрезать мяч в ближний угол. Ну, во-первых, Ван дер Голф это видел. Их, правда, несколько неудачный удар нанес по воротам Раймонда Ван дер Голф. В атаке Манчестер, Сильвестр и на поступах штрафной площади явно численное преимущество. Энди Коул, хорошая была комбинация и здорово играет Каладзе. Ну, пока нельзя, наверное, в полной мере сказать, что пошел открытый футбол, но, безусловно, игра оживилась во втором тайме. На правом фланге приближается к воротам Хацкевич, подача, в короткий пас игра. И здорово, ох, как здорово сыграл сейчас Головко, чуточку не прошла эта передача, а так все было сделано на очень высоком уровне. Вообще хорошая атака Манчестера и тут же очень неплохой ответ киевлян. Бекхэм, ну, Шацких как-то застеснялся, что ли, присутствия столь звездного человека непосредственно. Рой Кин. Ну, здесь, конечно, поляна не для игры в одно-два касания, поэтому приходится как минимум одно делать для того, чтобы просто подстроить мяч как следует под ногу. Райан Гиггс, вот это может быть опасно, если он пойдет в обводку. Пошел, но очень спокойно, опытнейший Владислав Ващук даже и двигаться не стал под финты Гиггса. Спокойно поставил корпус, но это решил немножечко понервировать киевских болельщиков Александр Шавковский, но мяч выпускать он в этой ситуации не имел никакого права. Тем более никак не ожидали и нападающие английской команды, что Шавковский умудрится. Шацких, удар, здорово, здорово, и мяч попадает в штангу, здорово, я имею в виду, пробил Шацких, и не менее здорово сыграл Ван дер Голф. В общем, с такого газона отталкиваться-то сложно. Ну что ж, есть удар у Максима Шацких, и близок он был к тому, чтобы во второй раз в этом матче попытаться вывести свою команду вперед. Чуточку Максиму, конечно, повезло, поскольку ему туда и пошла передача, но Гиггс не справился, не сумел обработать мяч. А вот это Шерингем. И что дальше? Ну, впереди никого нет. Рой Кин. Разминка для Александра Шавковского. По-прежнему 0-0. И уже теперь не так много времени остается до конца игры. Что-то около, наверное, 10 минут. Еще раз смотрим. Удар Роя Кина прямо по центру ворот. Под этой игры. В целом смотрелись достойно, но я думаю, если кто-то ожидал какой-то феерической игры со стороны киевлян и Манчестера, то я, в общем, свою точку зрения на то, почему это не получилось, высказал. Это удар Гусина не опасно, потому что из борьбы с двумя защитниками наносил он этот удар. И тут даже такой корифей игры на втором этаже, как Оливер Бирхов, вряд ли бы сумел пробить более удачно. Ну, правда, мяч попал в голову Денису Ирвину и угловой. Они на втором этаже играют здорово, и вратарь высокий. Мяч скользкий, все что угодно может произойти. Прострел, и Денис Ирвин, очень опытный футболист, не стал рисковать, выбил мяч подальше от своих ворот. Да, вышел убежден, что если бы вот Шацких попал не в перекладину, а в створ ворота, состоялся бы гол, мы бы в оставшееся время до финального свистка увидели бы совсем другой Манчестер. Но поскольку Манчестер не пропустил, то, собственно, прибавлять в атаке не было нужды английской команде, и в атаке ее застает, точнее, Дэвида Бекхэма, вполне символично, свисток арбитра, удалившего в свое время Бекхэма в матче чемпионата мира, и вот так заканчивается эта встреча, матч группы Г, ничья 0-0 на Олимпийском стадионе в Киеве в матче между киевским Динамо и Манчестер Юнайтед. Повторяю, самое важное для киевлян только начинается во встречах с Андерлехтом и Эйндховеном и Динамо Киев, вот во встречах между этими тремя командами, и определиться, думаю, какая команда, кроме Манчестер Юнайтед, будет продолжать борьбу в Лиге Чемпионов. Ну что ж, пожалуй, на этом все о встрече между киевским Динамо и Манчестер Юнайтед. Для вас сегодня работал комментатор футбольного канала НТВ+, Георгий Черданцев. Спасибо вам большое за то, что были с нами в одной компании. И смотрите футбол на НТВ. До свидания.